Сопка, орлиное гнездо, вон там. Это что? Спортивная площадка под крышей здесь. Гаражи. Хрущевки. Что здесь за адрес-то? Посмотреть хоть где-нибудь табличка должна быть. Гаражики. Здесь пройдем.
общем, здесь придомовые территории. Вон. Джунгли захватывают здания. Такие здесь клумбочки, заборчики. Днем шел дождь местами. Возле домов припаркованы автомобили. Везде, где только можно. Здесь лестница куда-то ведет. Здесь что? Коттедж какой-то. Душновато. Здесь какие-то заборы. Какие-то заборы, гаражи. И там тупик. Вдоль этого дома пройти, что ли, попробовать. Здесь вот такие вот коттеджики стоят. Это, похоже, гаражи капитальные. И вот такой дом какой-то страшненький. Хотя подъезды побелены, покрашены, вернее. Что здесь за адрес? Вот этот дом, Хабаровская 6Б. И опять автомобили, автомобили, автомобили. Всякие разные. Хабаровская 4Б. В общем, такие здесь дворики, всякие клумбочки, машины припаркованные.
Томская, 1. Здесь такие вот домики стоят. Жилые или нет, неизвестно. Ну, вот такой вот Владивосток. Разный. Это, конечно, не туристический маршрут совсем.